15 августа в Каспийске состоялась отправка гуманитарной помощи пострадавшим при боевых действиях Курской области. Организаторами являются сотрудники Центральной городской больницы города Каспийска. Собрали эту гуманитарную помощь работники Каспийской ЦГБ, врачи, медицинские сестры, санитарки. В общем, прочий персонал, все изъявили желание помочь пострадавшим, оказали посильную помощь. В данный момент мы, значит, находимся в здании магазина «Оптовик», который нам помог собрать эту гуманитарную помощь. За ночь до отправки сотрудники сети магазинов «Оптовик номер один» подготовили все необходимые товары, а именно крупы, макароны, специи, конфеты, бытовую химию и многое другое. Все сверяем и сейчас будем направлять все в центр переливания крови, где стоят КАМАЗы, и все будут собирать со всей республики. Отметим, что инициатором акции является организация «Красный крест», представители которой периодически проводят подобные мероприятия.